800 грамм фарша высыпаем измельченные 3 небольшие луковицы. Добавляем 2 зубчика чеснока, натертых на мелкой терке. Посолить и поперчить по своему вкусу. Все тщательно перемешать до однородной массы. Кабачки нарезаем кольцами толщиной примерно 5-7 мм и пересыпаем в миску. Собирать блюдо лучше всего на доске. Берем кабачок и хорошо промазываем фаршем. Таким образом делаем высокую стопочку. Перекладываем кабачки с фаршем в форму, в которую будете выпекать. После того, как соберете полностью ряд, кабачки с фаршем нужно слегка наклонить. И так проделаем до тех пор, пока не будет заполнена вся форма. В 5 яиц добавляем 400 грамм сметаны. Немного посолить и взбить хорошо венчиком. Равномерно выливаем кабачкам. Сверху посыпаем натертым сыром и отправляем в разогретую духовку до 170 градусов и выпекаем 1,5 часа до румяной корочки. Готовое блюдо достаем из духовки, нарезаем и наслаждаемся. Муж сказал, что такие кабачки с фаршем намного вкуснее голубцов. А вы как считаете? Если вам понравилось видео, поддержите его лайком и подпишитесь на мой канал. С вами была Ольга Лунгу. Приятного вам аппетита!